Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хранитель Монстров. И в данный момент я держу путь к портнихе, которая должна мне сделать одежду, в которой я смогу плавать в ледяной воде. По идее, должно быть так. Ну, я не знаю, согласится ли она просто так нам сделать одежду, или надо будет какой-то квест для нее выполнить. Посмотрим. Единственная дорожка здесь к ней — это наверх, я подозреваю. Других ходов здесь нету просто-напросто. Так, давай запрыгнем. Смотрим по карте. Ага, все правильно. Двигаемся сюда. Этот сундучок я так и не понял, как открывать. Кстати, я за кадром немножко поиграл, друзья мои, и смотрите, что я себе приобрел. Во-первых, у меня появился новый монстр Магвай. Это раз. И еще, кстати, у меня появился один монстрик. Это Котосветик. Да. Так, давайте-ка мы, наверное, что-нибудь изучим у Магвая. Магвай специализируется на магии льда. Ну, он так себе, мне не особо понравился. Ну, пускай будет. Так, еще... А, крестулитка у меня появилась. Да. Крестулитка. При получении урона 25% от него отражается на противника. Давай, давай. Все вроде бы, да? Ну что, надеюсь, что мы сегодня увидим портниху, получим шмотки и поплывем с вами на другую сторону. Кстати, пока я вчера бегал за кадром, сейчас, друзья мои, покажу вам, где у нас тут карта. Вот, видите, вот здесь вот оранжевая локация открыта. Это тоже новая лока. Я туда не стал забегать на самом деле, но там уже какой-то НПС стоит и ждет меня. Но я не стал с ним общаться, потому что мы как бы прервем немножко суть. Опс, все-таки допрыгнул до меня. Мы обязательно туда вернемся, но вначале все-таки мы должны здесь все доделать. Так, берем Тенгу, возьму Блоба и возьмем, наверное, с вами Орла. Ну что, понеслась душа в рай. Начнем, наверное, с улиточки, как всегда. Начнем с улитки, пробитие брони делаем. Вот таким вот образом. И взрыв. Елки-палки, она еще жива. Так, не надо Блоба трогать мне. Вон, бейте лучше Тенгу. Тенгу у нас сильный, он выдержит. Так, минус улитка. И дальше будем бомбить этих златохвостов. Кстати, я бы тоже хотел получить златохвоста себе. Вау, неплохо бомбанул. Смотри, не угомонятся, а, никак. Все хотят моего Тенгу подбить. Ну давай, златохвост. А почему златохвост? У него вроде хвост совсем не золотой. Так, и добиваем. Шикарно. Смерч третьего уровня у него, нифига. Кстати, у меня тоже уже некоторые персонажи имеют третий уровень прокачки. А он начинается с 20 уровня. Так, ну что там? У нее только пробитие брони, поэтому надо, наверное, нам ее травануть. Вот таким вот образом. Теперь... А что теперь? Теперь просто захиляемся с вами и добивать будем, наверное, Тенгу. Бац! Ага! Орлик справился. Замечательно. Две звезды... Опачки! Яйцо златохвоста мы с вами заработали. А вот это мне уже нравится. Давай-ка мы с вами приоткроем и посмотрим. Так, златохвост открывается, появляется, и в копилочку, конечно же, к нам он идет. А вот у меня, ребят, сколько яиц. Грамми, моржа, блоба, магмачерев, каменюка и ледяной блоб. Это все надо куда-то сдать. Так, а теперь я хочу глянуть на златохвоста, с вашего позволения. Вот он. И поменять его, ну давай, на Магвая. Так, давай посмотрим, что он вообще умеет. Ну, я понял, у него... Так, а это что такое? Чувство золота. Увеличит количество золота, получаемое после боя, на 10%, если этот монстр участвует в бою. Неплохо, очень неплохо. Так, а тут сколько? А, все равно на 10, да? То есть должно получаться как бы на 30%. Странно. Так, давай-ка мы прокачаем, наверное, щит. Еще один.
и третий. Так, волшебный щит, это мы знаем. Очищение, давай изучим с тобой. И второй щит. Ну а также, естественно, нам нужно прокачать что-то из боевой магии. Это будет у нас смерч. Так, двойное сотрясение и буря. Так, сколько? Еще 4 очка навыков у нас. Прокачаем также магия в плюс. И улучшенная регенерация маны. Еще 2 очка у нас остается. И поэтому давай вот сюда вот. Магия в плюс. Так, а это что у нас? Поддержание маны. Увеличивает регенерацию. Давай, все. Но на самом деле я, наверное, его поменяю. Я его поменяю на... кого, вот только не знаю. Давай, наверное... А, у нас еще друидский дуб, оказывается, не прокачан. Ё-моё, давай прокачаем. Так, регенерация обязательно. Массовая тоже прокачаем. Канал жизни. Это у нас волна жизни. Все на хил, да, идет. Перегрузка жизни даже есть. Мастерство исцеления. Будет у меня, короче, хиллер. Смотрите, у него вот здесь вот, вот тут у нас все есть, да? А вот на четвертой начинается почему-то только здесь. Возрождение, воскрешает цель. Угу. А дальше нужен 20 уровень и 30. Так, еще 6 очков навыков, поэтому надо прокачать что-то из боевой, да, магии. Давай, лиственный удар, наверное, прокачаем. Луч души. Накладывает регенерацию. Хорошо, сделаем. И, наверное, кислотный дождь будем тоже с вами изучать. Кислотная буря. Нет, лучше дождь. Ну, вроде бы пока и все. Надо будет единственное, что нам поменять. Поменять нам лучше. Я даже не знаю, кого взять, на самом деле. Может быть, ночнокрыло возьмем с вами. Давай ночнокрыло возьмем и будем дальше продолжать наш путь. Так, это мы уже в новой локации. Здесь мы еще не были с вами. Так что надо быть аккуратненьким. Ага, я могу запрыгнуть. Я могу запрыгнуть. Здесь, погоди-ка. А как я туда должен добраться, извините меня? Ха. А ну-ка, котяра, иди-ка сюда. Может быть, тут... глухо. Ладно, двигаемся в этом направлении. Так, коты-светлячки тут у нас. А, вот он, мост. Помните, нам говорили про мост? Где-то здесь у нас должна быть портниха. Ничего себе, какой длинный. Вау. Вот это да, вот это мост. Ха! Длиннющий-то какой. Перешли мы его. Я надеюсь, тут... Опа-на. Ты посмотри, минотавры уже здесь просто гуляют, как обычные монстры. Не какие-то там эсполины, а просто монстрик. Слушай, может быть, напасть, посмотреть на них, а? Как думаешь? Давай нападем. Давай нападем. Мне просто интересно. А вдруг мы еще получим с вами, да, этого минотавра? Так, что он у нас боится? Он боится у нас... огонь? Он у нас огня боится? Ладно, давай проверим, насколько он боится огня. Ну да, в принципе. Можно его бомбануть. Так, сделаем с тобой массовый залп слизи. И будем добивать, наверное, минотавра. Сейчас его, правда, наверное, отхиляет. Опа, опа, ничего себе, это минотавры не припухли. Так, минус. Дальше мы сделаем с тобой, наверное, кислотный дождь. А, улитка подставляется, понял. Понял я все. Так, орлик выживает. Тихо. Нам главное, чтобы у нас не убили блоба. Вообще, мне нужно, честно сказать, найти замену для блоба. Взять кого-то из боевиков. Но чтобы в то же время он тоже мог хилять. Причем не по-детски. Дешевый хил меня не устраивает. Мне нужен нормальный, качественный отхил жизней. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, отравим его. И добить сможем, нет? Как думаешь? Пока не получается у нас добить его. Давай тогда взрыв сделаем. Опс, нормуль.
Так, и время, как говорится, улитки. Она тоже боится огня, но мы сделаем, наверное, знаете что? Отравим. У нее не висит отравление. Снимем сейчас у нее щит. Правда, она будет его кастовать постоянно. Будет на себе вешать. Но я думаю, что мы все-таки ее пробьем. Давай, что там задумала? Ага, драгоценный дождь. Ну, такими темпами еще два удара, и все, ей крышка этой улитки. Добиваем, нет? Ну, да, яд ее уничтожил. Три звезды, яйцо Минотавра. Друзья мои, ну, нам фартит. Мы с вами получили нового монстрика. Давайте-ка мы теперь посмотрим. Минотавр. Мне кажется, это физик. Так, вылупляется Минотавр. Где... Так, очко навыков у нас еще, да? Давай прокачаем по-быренькому, пока у нас есть время. Ух ты, что это такое? Берсерк. Если один удар наносит больше 25% от максимального здоровья противника, 10% для исполинов, накладывается пятый уровень эффекта заряд. Вот даже как. Блоб, у тебя тут что? Инициатор комбо. Если этот монстр ходит первым, его атаки наносят на 25% урона больше. Отлично. Так, значит, накрыло. Давай, наверное, вот эту ветку будем прокачивать. Саван или саван. Короче, сделаем так. И все, да? Хорошо, теперь мне нужно посмотреть на Минотавра. Берем отряд. Убираем, наверное, отсюда ночнокрыло и выбираем Минотавра. Так, он 9 уровня, как я вижу, и всего лишь у него 8 очков навыков. Блин, это плохо на самом деле. Так, тяжелый удар. Морозные удары. Прокачиваем. Так, по второй ступеньке. А это что такое? Барьер. А, каменный дождь. Ага, видел. Видел я, что такое каменный дождь у него. Так, ну, наверное, крит. В общем, друзья мои, он больше все-таки физик. На физический урон заточен и немножко нам магический. Так, земля наносит 10% урона больше. Так, все, навыков больше нету. Меня смущает то, что он 9 уровня. Блин, почему так несправедливо? И, а, здесь мы уже с вами были. Погоди-ка секунду, а я вот сюда... Ай, ё-моё! А, фу ты. Хорошо, что хоть он так делает. Так, я запрыгнул. У меня получилось. А что мне это дает? Что я могу подняться на эту гору? И просто ее как бы обойти, что ли? Тихо, подожди-ка. Так, котик, ну-ка. Нету здесь ничего. Опа. Свиток плюс 3. Так, магия 25 и эриген 33. Понятно, погибаем мы здесь. Ну, ради сундука, короче, мы сюда с вами перли. Больше здесь ничего нет. Можно спокойно спускаться вниз. Главное, не упасть. Слушай, а вот сюда вот если я перейду. Самое интересное, что здесь что-то должно быть. Почему я это... С чего я это решил? Потому что, друзья, смотрите, видите? А, вот, все, открыл. Открыл я эту пустоту черную. Значит, остается нам только вот сюда, что ли, идти? А, вниз. Воу! Да неужели это домик портнихи, а? Наверняка, собственно, персоны. Вот она. Ха, какой сюрприз! У меня гость. Привет! Погрейся у огня. А я пока заварю чаю. О, хотя у меня есть идея получше. Ты же пришел ко мне, потому что хочешь поплавать в ледяной воде, да? И я бы предложил тебе поплавать в озере, которое не морозит тебя до костей, но я вижу, что упрямство тебе не занимать. У меня есть дела и поважнее, чем припираться с желторотыми всезнайками. Тебе нужно отменять теплое белье, да? Доверься мне. В нем тебе будет тепло даже на дне замерзшего озера. Все, что ты слышал, правда, я шью его из звериных шкур и шелка магма-червей. Но я могу сшить теплое белье даже, когда не светит полная луна. Просто принеси мне выделенных шкур, ладно?
Их можно снять вон с тех мирных мегатавров. Или ты, может быть, предпочитаешь шкуры других чудовищ? В общем, принеси мне невыделенных шкур с любого монстра. Тогда я все сделаю. Может быть, ты просто сможешь найти невыделенную шкуру. Вокруг столько сундуков с сокровищами. Удачи! Если тебе когда-нибудь станет холодно, здесь тебе всегда будет ждать жаркий костер. То есть, а у меня шкур сейчас нету? Так. Нету, друзья мои. И самое интересное, что я даже не знаю, сколько их шкур надо-то ей. Так, ладно. Какие там мегатавры? Где они? Давай сюда, наверное, спустимся. Я вижу здесь минотавров. Может быть, она имела в виду именно их? Блин, не хотелось бы, знать, что куда-нибудь шлепнуться, а потом не вернуться обратно, ты понимаешь? Слушай, ну тут действительно много минотавров. Давайте тогда уж бомбить их. Так, берем с вами Тенгу. Возьму Орла и Блоба. Вот такой будет компанией мы бомбить их всех. Начнем с минотавра. Самое главное, чтобы понять, выполнили мы это задание или нет. Также она сказала, здесь, говорит, куча сундуков. Ты можете пооткрывать их и находить там. Я сундук пока один видел. Может быть, мы туда с вами слазим, если, конечно, допрыгнем. Так, минотавра надо добить нам. Отлично. Так, теперь начнем, наверное, золотохвостика бомбить. Хотя его будут отхиливать наверняка. Так, траванули. Теперь нужно ему, наверное, пробитие брони сделать, да? И дальше уже, как говорится, разбирать. Да что ж такое-то, а? Где там у нас пробитие брони? Все. Сейчас будем потихоньку его уничтожать. Погнали. Что-то как-то огонь его хуже стал брать. И... погоди секунду. Нет, наверное, мы лучше захиляемся с вами. Вот так. Да что ж ты будешь делать? Золотохвостик. Хорош сопротивляться. Пора. Ой, елки-палки, поспешил. Поспешил маленечко. Да чтоб тебя! На 256 отхиливать. Нехило, да? Давай еще раз бомбанем. Взрыв. Все, готов. Так, ну что, Котосветик? Пришла и твоя пора, как говорится, отдуплиться. У него исцеление 3-го уровня. Неплохо. Так, взрыв. И траванем. Траванем мы его, наверное, да? Потому что пробитие брони я уже на него повесил. Пускай отхиливается, это ему не поможет. Мы будем постепенно его уничтожать. Так, даже мы будем применять магическую стрелу. Ну давай, давай, хиляйся, хиляйся. Так, еще меньше здоровья у него осталось. И, судя по всему, мы его сейчас просто добьем. Готов, парень. Побед за нами, две звезды, яйцо минотавра и Котосветика. Кстати, мы получили с вами шерсть. Может быть, именно эта шерсть нам нужна. Так, тут что такое? Ать! Допрыгнул, тихо. Миндаль. Защита плюс 16. Миндаля еще у меня ни разу не было, если честно. Так, слушай, вот я не знаю, стоит ли прыгать сюда. Так, тихонько. Куда-то все ниже, ниже. Кнопочка. Так, здесь нам нужен кто? Каменюка. А смогу ли я туда добраться-то? Смог, как ни странно. Что там? Ворота закрываются? Какая-то странная такая комнатка, если честно. А здесь, видимо, проход есть, да? Ну-ка, котик. Ха! Захотели чего от меня скрыть. Комбо-зелье я получил. Так, секунду, давай-ка мы с тобой, наверное, поднимемся тут повыше. Там сундук. Опс, тихо. Тихо, подожди, я кое-что понял. Здесь нужно применить магию воды, судя по всему, да? Хм, а кто у меня сферы земли? Сферы льда. Погоди-ка,
сферы воды вообще есть такое? По-моему, это, наверное, лед, да? Давай попробуем. А, ёпрстый, не понял нифига. Сработало или нет? Нет, не сработало. Погоди. А чё, у меня никого нету, что ли, кто может применять сферу воды? Вот. Вот, это у меня кто? Грамми, да? Да-да-да, пузырьки. Ну-ка давай, Грамми, давай. Отлично, успел, я видел, я... Да ёпрсоте. Уж больно быстро они исчезают. Давай-ка мне этот сундучок. Шляпа волшебника, защита 35 и магия 35. Упс, и еще сундучок. Невыделенная шкура, вот она. Редкий материал 3 уровня. Вот такая шкура нам и нужна была. Так, здесь как мы сделаем? Ой, секунду, подожди-ка. Ать! Да хорош. Да ну! Слушай, а может быть без прыжка попробуем? Не, как тут без прыжка-то сделаешь? Чё за бред? Так, орлик. А чё мне тут орлик? Орлик мне тут никак не поможет, верно? Нет, не поможет мне тут орлик. Или поможет? Ну там чуть-чуть не хватило, господи, подобраться. Вот, без орлика справился. Так, смотрим, что здесь. Вижу наверху сундук. Сейчас я его... Ага. Так, секунду. Давай-ка сюда вот. А вот сюда вот перелетим. Так, сундучок. А, шерсть получил. Это немножко не то. Это немножко не то. Так, мы с вами поднимаемся наверх. Ага. И вижу сферу электричества. Это у нас рыцарь. Он же активирует. Открыли. Подожди. Да ёпрсте, ну. Так. Минотавр, да? И улитка. Давай возьмем нашу старую командочку и начнем потихонечку бомбить. Сколько шкур нужно, а она не пояснила, ведь так? Давай-ка мы, наверное, колдовство здесь применим. Ну, одну шкуру мы нашли, это уже плюс. Может быть, парочку нужно найти, а? Я думал, что мы можем с минотавров это все дело добыть, но как получается, что нифига подобного. У минотавров этой невыделенной шкуры нету. Мы получаем с них обычную шкуру. Ладно, так, давай-ка, наверное, поддержку поставим. Регенерацию, да, полную. Так, замечательно. И бомбим в минотавра. Ах, улитка прикрывает. Тогда повесим на нее тоже пробитие брони и коготочки. Смотри, смотри, что делает. В блоба бомбит, а? Минотавра, не пора ли тебе пойти прочь? Отравление. И дальше. Да, резкий удар. Хоба. Что, улитка, взгрустнулась тебе? Да-да-да, тебе этот щит уже не поможет. Может даже не стакать его. Победа. 3 звезды. Кожу получил. Опять обычную, да? А мне нужно невыделенная. Или как там? Выделанная. Так, в общем, здесь у нас получается закольцованность. Пойдем попробуем сходить к бабуле, может быть, достаточно у нас шкур одной, кто его знает, поговорить. Нашел невыделанную шкуру и хочешь, чтобы я шила теплое белье, да? Ну ладно, подожди-ка. Да серьезно что ли, одной было достаточно, оказывается. Ну вот, надеюсь, тебе понравится, я старалась специально для тебя. Теплое белье, друзья мои. Оставайся сколько захочешь. А можешь пойти и нырнуть в ледяную воду, чтобы испытать свое новое теплое белье. Но не забывай навещать меня от времени, хорошо? Хорошо, бабуль. Спасибо за одеждочку. Очень тебе признателен, ты меня сильно выручила. Так, что мы можем здесь с тобой... смотри, по идее, можно здесь еще немножко полазить. Да, можем вниз вон там спуститься. Давай проверим. Откроем полностью здесь территорию, потому что я не люблю потом, знаете, сидеть в неведении
и грустить, что вот туда я не сходил, не проверил, там не проверил. Вот, тихо. Сундучок, конечно же, как же так. Сундук я этот дарить никому не собираюсь. Значок уровня увеличивает уровень монстра на 1. Это я помню, это было такое. А сюда я могу упасть? Ага, посмертно, если только. Так, что у нас здесь интересного? Мы можем с тобой вот здесь упасть. Тут вот не проверено еще, да? Вот это вот немножко меня смущает местечко. Давай проверим его. Нет, тут чисто. А, вот теперь-то мы с вами. Сфера плюс 3. Вот теперь-то мы можем с вами спокойненько перемещаться по этой ледяной воде. А вот здесь, друзья мои, нужен как раз вот этот вот персонаж. Видите, что он делает? Ать! Он освещает мне путь. Но... Ну, а как? А как мне тогда там быть? Подожди, что за бред? Хм. У меня не получится, да, туда попасть? У меня не получится, наверное, туда попасть. Или это нужно как-то сделать? Да нет. А почему двойной прыжок не работает? Я не могу понять. Он же должен срабатывать. Почему только одиночный-то срабатывает? Странно. Ну, если, например, вот... Нет, ребята, нифигашечки, я туда не могу запрыгнуть. Вот этот вот уступ, который у нас в потолке, он мне не дает туда перепрыгнуть. И мне кажется, что другого здесь входа не будет. Орел мне тоже здесь не поможет, верно ведь? Мини-прыжок сделать? Но тут нельзя никакого мини-прыжка сделать. Вот здесь все срабатывает. Тут срабатывает. А почему вот когда он просто вот идет вот, вот смотри, он по идее, он должен срабатывать. Смотри, раз, два. Второй прыжок не срабатывает. Понимаешь? Вот здесь должен второй прыжок срабатывать. А он только один делает прыжок. И мне непонятно почему. Так, друзья мои, подожди-ка секундочку. По-моему, у меня получилось. Так, где у меня катасветик мой? Да, у меня получилось, но тут еще одна такая же проблема. Перепрыгнуть здесь теперь. Твою ж налево. Это я сейчас сюда заберусь, а потом еще хотите сказать, что я должен отсюда буду выбраться? Так, морковку получил и... Что там еще получил? Непонятно. Так, теперь самое сложное. Выбраться обратно. Опять зависну, по ходу дела, да, здесь? Так, тихо. По-моему, получилось. Теперь еще одна проблема. Да ёпарсете, ну... Да что ж ты будешь делать-то? А как здесь-то, интересно, быть? Опять с помощью орла? Ну, давай попробуем. С помощью нашего орлика. Не знаю, правда, как тут сделать так. Все время не на ту кнопку нажимаю, господи. Ать, он меня не добрасывает, друзья. А как быть-то? Ну-ка. Ага, вот так вот. Ну, а здесь просто перепрыгнуть и все. Да, вот так вот ради сундучков. Че только не сделаешь. Ну, вроде бы вся территория. А, нет, нет. Еще мы можем с вами подняться наверх. И опять же там спуститься нам надо будет. Это буквально маленький клочок у нас не открыт. Так, мы можем, наверное... Ну да, в принципе, почему? Почему бы и нет? Вот здесь мы с тобой берем каменюку. Ложим камушек. С этого камушка мы с тобой запрыгиваем. Погоди-ка, может быть, вот здесь, кстати, нужен кот? Нет, кот здесь не нужен. Так, где у нас каменюка? Каменюка, выставляй свой камушек. Запрыгиваем сюда. Идем дальше сюда. Чё ж они так любят мне вот подсовывать сюда всякие ловушки, испытания какие-то. Ну, в принципе, друзья, игра на это заточена.
А ты хотел, чтобы все так было легко и просто? Нет, такого не будет. Погоди, а что? Почему двойной прыжок не срабатывает периодически? Я не понимаю. Слушай, мы же здесь с вами запрыгивали, по-моему, да? Или нет? Я что-то не помню. Да, вроде как реально, в принципе, запрыгнуть. Так, получилось. Ну и все, идем дальше с вами. Господи, тут у нас помереть можно. Так, открыли с вами ворота. Что это за помостики? У нас такие, мы были на них уже, по-моему, были. Спускаемся на землю и дуем с вами прямиком. Так, погоди-ка, вот здесь, кстати, тоже можно будет упасть. И здесь, знаешь, что внизу вот за проходик? Там вода, там я не мог проплыть из-за водички. Но вначале мы сходим с вами к идолу, да? Мне нужен какой-то оракул, поздороваться с ним, я не знаю, что он там мне скажет, покажет. Так, погоди-ка, кот. Может быть, кот здесь пробьет мне стенку? Точно, так и есть. И опять потемки. Ну, где там у нас котосветик? Так, ну здесь попроще должно быть. Здесь должно быть попроще. Так, а дальше что? Опа. Видишь, как нужно ходить? Зелье навыка. Дает очко навыка. Понятно. Так, теперь мне главное обратно вернуться. Так, а вот здесь, наверное, без орлика мне... А, нет, все, получилось. Вот так вот, секретик найден. Поднимаемся с тобой наверх. А, тихо. Поднимаемся с тобой. Хотя можно было бы и в воду, наверное, сигануть, пока мы здесь недалеко. Тихо, кот, отойди. Да, в принципе, надо и с этими драться, монстрами. Потому что, я еще раз говорю, мы с вами потом по уровню не сможем завалить всех. Так, ну, а, нет. Хотя да, 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 именно вот здесь вот мы с вами проходим, проплываем. Открываем рычаг. Солнечный дворец, друзья мои. Это мы с вами вот так вот закольцовку сделали. Смотрите, видите, тоже непись стоит. Но мы с ними, наверное, будем с вами общаться позже, да? Вначале нам нужен все-таки оракул. Пойдем навестим оракула, потому что мы сейчас с вами тут нахапаем задание целую кучу. И ни там, и ни сям не успеем сделать. Сейчас пообщаемся с оракулом, посмотрим, что он нам скажет. Может быть, я еще недостаточно храбрый. Блин, вляпался. Недостаточно храбрый, он скажет, я с тобой не буду общаться. Тогда, естественно, нам придется выполнять остальные все задания. Так, ну что, начнем, наверное, с Магвая. Он, потому что слабак против огня. Давай вот так сделаем колдовство. Когти. Добили мы Магвая, и остаются у нас котосветики. Котосветики тоже, я смотрю, вполне податливые. Они боятся у нас огоньку. Ну, видимо, потому что они любители зимовки, да? Так, тихо, что? Ну, естественно, отхил. Тут к бабке не ходи. Так, добиваем? Нет, пока еще не добили. Все, минус. Так, коготочки. Так, ну это последний твой отхил, наверное, был, котик. Или же нет? Наверное, не сможем, да, все-таки пробить. Хотя, почему? Все отлично. Все хорошо. Побед за нами. Три звезды, яйцо Магвая. Минотавр получил у нас уровень. Так, тут, наверное, нам нужно все-таки подниматься наверх. Да что ж ты будешь делать-то? Сейчас мы с вами поплывем в другую сторону. Так, Блоб, отойди. Так, интересно, здесь можно что-нибудь пробить? Ничегошеньки. Глухая стена. Да и не беда, в принципе. Так, там у нас сундук был. Так. Ать. Ну и фиксим. Все равно нам нужно драться. Блоб и Кот Серкер. Конечно, хочется взять Минотавра на испытание, но он слабенький еще пока. 10 уровень. Че от него толку-то? Тихо, подожди, давай залп слизи сделаем.
Как-то он очень плохо зарабатывает, на самом деле, этот залп слизи. Отравление не всегда проходит. Тихо, 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 не надо мне бомбить моих роднулик. Так, минус Магвай. Вот две улитки, это, конечно, плохо. С двумя улитками всегда тяжело драться. Они друг друга могут прикрывать и еще щиты на себя эти кастовать. Так, драгоценный дождь, еще раз дождь. Бомбим. Почему ожог не вешается, а? Так, пробитие брони, но не ушатали. Что это за звуки такие? Что это за свистулька там рассвистелась? Так, давай траванем, наверное, с тобой. И когтями. Так, что там? Щит. Ну, конечно же, он будет щит кастовать на себе. Что же еще он может сделать? Так, нам нужно как-то можно быстрее пробить его, я не знаю. Пробитие брони можешь повесить. Хотя не надо уже, все, конец. Побед за нами. Лесной орех, все дела. У нас Минотавр только уровни получает. Ну вот мы и прибыли. Ну что, давай, наверное, прыгать. Опасно это дело, конечно. Так, разведка боем, что у нас тут? Тишина, да? Никого нету. Я вижу, ты осмелился ступить на порог забвения, юный хранитель. Оракул. Вау. Ты знаешь об опасностях, что подстерегает тебя в заброшенных уголках заповедника, и все же сам ищешь их. Я следил за тобой, когда ты поднимался по заснеженным вершинам, и даже раньше, хранитель призрачного фамильяра Рэй. Кажется, я был в этом месте с одним из твоих предков, Рэй. Но этого странного существа я не припоминаю. В иной жизни меня звали иначе, но сейчас я известна как Оракул Заснеженных Вершин. Что ты за существо? И почему ты избрала прибежищем это место? Я пропащая душа, которая бесчетные годы странствовала по океанам мира. Пока я жила свою естественную жизнь, мир погружался во тьму прямо у меня на глазах. Когда создали заповедник, он словно яркий маяк зажегся в самом центре черного непроглядного мира, а в мир вернулась надежда. Поэтому я всегда буду присматривать за заповедником и, если потребуется, вмешиваюсь в порядок, предначертанный судьбой. В прошлый раз я предстала перед хранителем почти 300 лет назад, когда заповедник был в большой опасности. Но мы не справились. Человек, который обратился вечным злом, сумел сбежать, и он все еще хочет уничтожить заповедник. Ложью и сладкими обещаниями он убедил нескольких хранителей присоединиться к нему. Хранитель призрачного фамильяра Рэй, ты уже показал, как ты храбр на пути, который привел тебя сюда. Но я должна быть уверена в том, что ты именно тот, кто спасет заповедник от этого дьявола. Ты уверен, что хочешь пройти испытание Оракула, хранитель призрачного фамильяра? Ух, готовы ли? Ну, давай. Вперед, гордый зверь, испытай силу духа этого хранителя в бою. Кто? Что за хранитель? Ахлут, 20 уровня, ёпрасоте. Так, он боится... Че он боится-то? Я не знаю, ветра, что ли? Ладно. Выбираем монстра. Берем Блоба, Тенгу и... И возьму я, наверное, Котсеркера. Ну что, друзья, давайте испытаем. Во-первых, пробитие брони. Отлично. Дальше. Яд. Или, подожди, огонь. Огонь. Вот так вот. Так, делаем поддержку на себя. Не забывайте, что они делают по две атаки. Воу! Да хорош ты, успокойся. Так, естественно, волна исцеления. Поехали дальше. Ядовитая бомба. Отравили. Отлично. Так, коготочки. Нифига ты вжариваешь. Да успокойся ты уже. Так, погнали. Мне бы, конечно, сжег бы ему какому-нибудь хорошенький такой поставить. Так, полное нападение. Давай, силу, волшебство.
и прочее. Вот так вот. Код серкера, да, начинает бомбить. Так, тихо. Захиляемся. Захиляемся и начинаем бомбить. Раз. Так, когти. Два. Тихо, под серкер, держись. Я не имею права потерять тебя. Погнали. Пол хп мы уже отняли у него. Так, а у меня мана кончается. Кстати, вот что я заметил. И это плохо. И это очень плохо. Зачем я сделал массовый отхил? Не знаю. Так, огонек и коготочки. Так, ну потихоньку он теряет здоровье, я вижу. Так, блоб. Главное, чтобы у меня блоб был живой. Блин, он... Это было, конечно, из-под тишка все сделано. Сможем ли мы его сейчас... Вот сейчас будет лютовать, вот поверь мне. Он... Смотри, что делает, а. Смотри, что он творит. В этом бою, наверное, мы с вами сфейлимся. Нам придется переиграть. Вот это, конечно, укус. Это что-то с чем-то. Да. Продули. Печально, но неудивительно. Если хочешь, можешь попробовать пройти мое испытание снова. Еще бы, конечно, буду проходить его снова. Да-да-да, я уверен. Только на этот раз я возьму других монстров. Я возьму Тенгу, возьму Блоба. Так, код серкера я не буду брать. Он боится у нас огня, поэтому берем орла. Ну что, вначале, наверное, отравим его. Отравление повесили. Теперь пробитие брони сделаем. И уже дальше начнем. Так, взрыв. Тут надо следить. А, знаешь... Да ну, хорош. Ты что, серьезно, что ли? Так, подожди. А мы же можем во время... Да, мы можем с вами. У меня есть слеза Феникса. Так что мы с вами живем. Так, мне в тот раз надо было, кстати, тоже воспользоваться... Да что ты делаешь-то? Чё-то, друзья мои, как-то тут совсем все не по-детски. Так, предметы. Слеза Феникса. Тенгу вернули к жизни. Давай бомбить. Так, взрыв. Нет, мы с тобой, знаешь, что сделаем? Массовое комбозелье, вот. Исцеляет шестерых. А почему только на одного показывается? Понятно. Нет у меня, да, массового лечения. У меня только противоядие. Хорошо, тогда мы с тобой сделаем, наверное, на нашего блоба. Смотри, именно в него и бомбит, а. Так, Феникс возродился у нас. Из пепла, так скажем. Так, захиляемся. И взрыв. Слушай, в этот раз как-то намного хуже у нас бой с вами происходит. Он достал, вот серьезно тебе говорю. Больно сильно лютует. Больно сильно лютует. Боюсь, мы Тенгу с вами, наверное, потеряем. Потому что он сейчас, если в него ледяную стрелу пустит, он погибнет. Но он в блоба бомбит. Ладно, хорошо. Так, знаешь, а, у него все висит. У него пробитие брони есть, да? Отравление висит. Значит, нам просто нужно его бомбить. У него очень большой реген маны идет. Видел? Феникс, живи. Ты мне еще пригодишься. Так. Исцеление, да? Волну исцеления, наверное, запустим. И взрыв. Совсем немножко осталось у него здоровья. Совсем немножко. Он сейчас будет психовать, мне кажется. А, об этом я и говорил. Об этом я и говорил. Ну что, надо нам воскрешать нашу Тенгу. Слеза Феникса. Хорошо, что я их закупил в свое время, этих слез. Я так и знал, что будет какой-нибудь монстр. Где-то все дело нам пригодится. Сейчас кого-то еще убьет мне. Блоба, да, хочет уничтожить. Но не тут-то было. Так.
друзья, мы уже с вами почти-почти в цели. Ну, победа, 2 звезды. Кровавый самоцвет, 128 голды и кожу получили. И уровень получил только Минотавр. Ты справился с Сахлутом, зверем шамана. Ты доказал свою силу, волю и храбрость. Я помогу тебе, чем смогу. Я верю, что ты воспользуешься моими дарами, чтобы спасти заповедник. Ключ хранится в самой Ключ хранится в самой глубокой точке заповедника. Когда ключ окажется у тебя, ты поймешь, что нужно делать. Но чтобы спуститься в глубины заповедника, тебе придется собрать все жетоны заповедника, спрятанные по всему заповеднику. Чтобы найти жетоны заповедника, тебе придется добраться до самых отдаленных его уголков. Я могу дать тебе лишь один жетон. Получен жетон заповедника. Уникальный. И я знаю, что в Солнечном дворце, что к западу от Синих пещер, хранится еще один жетон заповедника. Это все, что я могу тебе сказать. Возвращайся в любое время, если захочешь снова меня выслушать. А теперь ступай, от тебя зависит судьба заповедника. Вот так вот, друзья мои, вот так вот. Морковка. Я считаю, что очень было все классно, да? С первого раза я, конечно, не победил этого шамана, но, тем не менее, сноровочка. И я бы и в первый раз смог бы его подбить, если бы вовремя спохватился и рисанул бы себе блоба. Но я совсем забыл про Феникс, поэтому так вот получилось. Так, друзья, мы сейчас с вами... Ага. Я знаю, что здесь нужно. Здесь нужно вот так вот. Вот и все, делов-то на копейку. И здесь нам достается бронза. Так, а здесь даже тоже может быть, наверное, секретик какой-нибудь. Нет, тут все четко. Погоди-ка, почему у нас опять территория тут недооткрыта? Ага, а там у нас какие-то монстрики ползают дальше. Погоди-ка секунду, а как интересно... Очень, кстати, интересно. Попробовать перелететь, что ли? Отсюда, что ли, надо прыгать? Да это глупость. То есть мне в любом случае туда никак не попасть, да? А что там такого интересного, а? А как думаешь, может быть, вот здесь вот проход есть? Хотя вряд ли он тут будет. Блин, мне не посмотреть, что там наверху. Этот камень я подвинуть, естественно, не смогу. Слушай, а если мы с тобой поставим сюда нашего каменюку? Вот сюда вот выставим камушек? Нет. Поближе, вот сюда вот. А вот с этого камушка уже... не получается. Печалька, грустно. Так, ну что, друзья мои, мы можем... Интересно, зачем этот камень, который она дала мне? Жетон, я имею в виду. Очень интересно. В общем, мы с вами можем отправиться либо бомбануть шамана, с которым мы в прошлый раз с вами не могли справиться. Да? Если мы его сейчас подобьем, после этого мы можем с тобой сигануть в новую локацию. Поэтому пойдем-ка мы, наверное, попробуем с тобой завалить этого шамана. Точнее, даже не шамана, а алхимика, чтобы быть точным. Слушай, главное, чтобы у меня получилось. Для этого нам нужно с вами подобрать команду хорошую. Минотавру, естественно, здесь не место. Так, давай-ка мы с тобой отряд выберем. Здесь Минотавру не место. Нам нужно его будет заменить на... Я даже не знаю, на кого нам заменить-то его. Твою же налево, а. Златохвоста взять или... Ночнокрыла или Магвая. Какой-то Светик.
Давай-ка-то светика, наверное, поставим, да? Так, смотрим по уровню. 22, 21. То есть катасветик самый слабый получается. Давай этих, наверное, отдубасим на дорожку. Так, поехали. Они боятся огня, так что все хорошо у нас тут должно быть. Защита. Давай рывок. Вот так вот. И подбиваем. Минус один дуб. Канал жизни. Я так и не понял, что делает канал жизни. Манну, может быть, регенит? Что-то типа того, да? Так, и добиваем. Отлично. Последний дуб остался. Вот, конечно, вот этот кислотный дождь, это какая-то имба просто у них. Прожигает вообще не по-детски. Так, минус дуб. Три звезды, браслет кукурузы, все дела. Кстати, нам нужно проверить снарягу. Вот что я хотел. И тут еще навыки, кстати, есть. Так, навыки. Трансфузия восстанавливает здоровье в размере 10% от восстанавливаемой манны. Так, я выучил, нет? А, это у меня выучено. Это у меня выучено. Тогда давай, наверное, сделаем с тобой ядовитую бомбочку. Так, отлично. Так, здесь мы, наверное, прокачаем с тобой. Вот, защита 4 уровня. Так, здесь ничего. У котика нашего что? Вот надо что делать. Поддержку, это реген. Все вроде бы. И давай проверим теперь по снаряге. Все ли у них надето. Так, посох 2. Ага, ну физуха ему не нужна, он же у нас маг, поэтому. Вот, вот это вот, вот сфера это да. Сфера 3, это конечно жесть. Так, у улитки оказывается вообще ничего не было, ё-моё. Она у нас, во, цестус, нехило дает прибавку. Давай цестус поставим. Плащ. Свиток. К манне, да? Давай, к манне, хорошо. Тут есть что-нибудь? Диадема. Давай диадему. Так, дальше смотрим. Это нормально. Здесь вроде бы тоже как все неплохо. Восстановление манны. Так, я думаю, книгу лучше взять, да? Так, что у нас тут вместо... О! Шляпа волшебника плюс 3, конечно же. Так. А тут... Ага. Снижение урона, восстановление манны. Пока не будем трогать. Когти. Когти 3, конечно же. Когти 3. Он у нас... Ящик Пандоры. В начале боя дает случайный положительный эффект. О как, ты понял? Защита плюс магия. Это нам не нужно. Вот, видите, у Котосветика вообще ничего не было, оказывается. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Я думаю, что лучше Сюрика нам ничего не найти. Так, на магию. Тут у нас восстановление манны. Твою ж налево, я даже не знаю, что сделать-то. Давай браслет, наверное, наденем. И... Вот, наручи. По-моему, все, друзья. Ну, лучшего я ничего не смогу найти. Надеюсь, сможем справиться с этим алхимиком. Хотя тоже еще тут... Опа, как он меня подловил, а? Джук. Ну что же, давай возьмем Тенгу, Блоба. Ну, как обычно, друзья мои. Так, что они там? Они боятся физуху. Физический урон, да? К магии как бы они равнодушны. Поэтому давай, наверное... Ай-яй-яй, надо было в первую очередь-то бомбить, скорее всего, лучников. Они же тут зверствуют. Но мы пока держим удар. Причем довольно неплохо. Ну, потому что мы на себя шмотки надели крутые. Так, ну-ка. Нет, не умер. Я думал, дуплиться. Смотри-ка, все, видишь, они бьют именно кота. Почему кота? Потому что он наносит физический урон. Так, Блоб, давай-ка мы с тобой, наверное, захиляем нашего... от серкера. Вот так вот. Можно было бы, конечно, еще мотануться в замок, что-то продать, что-то купить. Как вариант. Ну ладно, сейчас проверим. Если мы не сможем сейчас алхимика уничтожить этого, то будем уже... О, латные перчатки плюс 2, неплохо. То будем что-то другое с вами тогда делать. Так, эти... сколько их тут, а? Смотри, смотри, смотри. Оп, я их перепрыгнул, дурачков этих. Ну вот,
Вот мы с ним опять увиделись. Так, ладно, давай, алхимик, сейчас мы будем с тобой драться. Так, у него уровень намного-намного меньше, чем у моих героев. Я не знаю, кого он сейчас будет в первую очередь брать. Я возьму Тенгу, возьму Блоба и возьму, наверное, Код Серкера. Поехали. Так, а он взял, в принципе, неплохо. Начнем с Грамми. Раз. Так, залп слизи, стоит ли его применять? Давай сделаем пробитие брони. Щит поставил, да? Массовое отравление. Так, ну что, надо нам с вами уничтожить Грэмми. Я думаю, надо будет еще хильнуться. Хильнемся. И, скорее всего, нам нужна поддержка. То есть реген автоматический. Это все щиты вешает, а? Так, шамана нужно уничтожить, потому что он достал меня своим отравлением. Так, минус Грэмми. Так, теперь что, волна исцеления и когти. Как раз на шамана. Оу, шаман, тебе не повезло, браток. Тебе не кажется? Да ты достал уже своим отравлением. Так, минус шаман, короче, достал он уже. Я же здесь не могу, по-моему, применять предметы. Не могу. Вот в этом большая, конечно, проблема. Так, отхиливаемся. Блин, код Серкера не хочу терять, понимаешь? А что, шаман выжил? Так, все. Этот дуб сейчас, кстати, будет тоже делать свою эту кислоту. Мы потеряли с вами кота. Давай, котосветик, выходи. Так, давай уничтожать дуб, потому что он будет делать кислотный дождь. А мне не очень охота. А мне не очень охота попадать именно под кислотный дождь. Все равно он успеет, да, наверное, сделать. Котосветик, бомбани. Ну, котосветик, конечно, слабоват. По сравнению с Код Серкером, это небо и земля. Применил. Так, давай уничтожим этот дуб. Все, минус. Дальше, я думаю, мы с тобой возьмем в оборот, наверное, медведя. Так, а что-нибудь такое? Возрождение, но оно мне не нужно. Бунт. Что за бунт? Какой-то бунт у нас тут повесился. Оу, надо глаз уничтожать. Надо уничтожать как можно быстрее глаз. Раз, так, а у него, по-моему, здесь еще монах будет, да, если я не ошибаюсь. А монах у нас физик, да? Физическая атака у него. Короче, самый противный здесь в данный момент — это глаз. У него вот это вот массовое, короче, пробитие брони раздражает очень сильно. Но я думаю, он недолго здесь останется в живых. Сейчас мы ему еще броню подпалим. Все. Так, дальше. Давай Минотавра уберем с поля боя. Так что, у него больше никого не осталось? О-о-о! Парнишка, так... Я тебе скажу, что мы тебя разобрали моментально тогда, получается. Сейчас, короче, уничтожаем с вами Минотавра. Ну, а потом и медведя ушатаем. Он один останется, мы его будем втроем жарить. Так. Минотавр, пока. Я сейчас посмотрю, что алхимик запоет здесь у нас. Сразу, наверное, взгрустнет, а? Сразу не понравится ему. Так, бомбим. Вначале, естественно, мы будем сбивать всю броню, которая на этом круто медведи. Бам, ничего себе вжарил. Так, пробитие брони уже и так стоит. Хотя, давай, жечь. И добиваем. Хе-хе-хе. Ну... Сундук с наградой дает случайный предмет. Вот это другое дело. Не может быть. А ну, конечно. На твоей стороне бьется призрачный фамильяр. Без него ты бы был куда слабее. Но это не важно. То, что ты победил меня, не означает, что я пойду с тобой. Ха-ха-ха. Поэтому тебе никогда не победить. Оп-оп-оп. Юлия пришла здесь. Эй,
Кто этот чужак? Что тут вообще происходит? Из-за него гоблины взбесились. О, кажется, мне пора бежать. Хе-хе-хе. Быстрее за ним. Юля, куда ты лезешь, елки-палки? Нам тоже нужно торопиться. Нельзя дать ему уйти просто так. Ну, друзья, самое главное, что мы побили этого гаденыша. Ох, елки-палки, что за локация такая? Тут прыгать проблематично. Так, дай-ка я сюда. А, мне не пройти здесь. Куда-то все. Какие-то стройки непонятные тут находятся. Так, дай-ка я сюда вот выйду, гляну. Я только хотел сказать, удивляюсь, что я не вижу здесь гоблинов. И вот они появились. Смотрите, они живут, оказывается, на этих деревьях. Так, я могу сюда вниз спуститься, да? Они живут на этих деревьях. Опа, сундучок. Ключ древних лесов. Открывает зону в древних лесах. Отлично. Так, секунду. Блин, тут запутаешься. Как-то вот... Нехорошо. Смотрите, там колбаска, коптица у них, все дела. Дурачки, дурачки, но знают свое дело. Так, здесь нам больше делать нечего, получается, да? Мы можем с собой либо вот сюда идти, в этом направлении. Ать! Ать! Погнали. Блин, кого я взял, а? Тут же нужна физическая атака, ребят. Ну ладно, придется так бомбить их. Физическая атака нужна здесь. Они боятся именно физической силы. Магия им как-то так, по барабану, грубо говоря. А вот атака, да. Так, щит колдовства, снежная вуаль. Нет, давай токсичный бросок сделаем. Вот так. И взрывчиком добьем. Минус один, гоблин. Фига он там наяривает. И молния. Что только не делают эти гоблинцы. Удальцы. Давай вот так сделаем. Бумс. И взрыв. Вот почему-то огня они боятся. По-прежнему. Не в такой, конечно, мере, как физуху. Но боятся. Причем тенгу почему-то слабо бомбит. Полная защита. Давай мы полную защиту сделаем на нашего феню. То есть, если я не буду атаковать феникса, улитка будет... Что-то она не стала прикрывать. Улитка, эй! А, вот, надо было вот это делать. Я не то немножко, да, нажал? Ну, бывает. Вот сейчас вот, если будут атаковать феникса, то, соответственно, улитка будет прикрывать его. Но самое противное то, что я не могу отхилиться никем, абсолютно. Феникс, скорее всего, сейчас погибнет у меня, потому что там отравление висит на нем. Да, потеряли мы феникса с вами. Теперь надо пробивать этого гоблина. Слушай, ну я думаю, пробьем. Все, добиваем. Ну да, я думал, что малое противоядие. Так... Двигаемся дальше, смотрим. Опачки. Га! Это что еще за чушь? А ну отпустите меня, мерзкие твари! Вы что, не знаете, кто я? Я Анастес из древнего ордена алхимиков. Похоже, гоблины его уже поймали. Так ему и надо. Что тут происходит? Этот парень сам попался? Кто он вообще такой? Он член старого ордена алхимиков. Похоже, они с какой-то целью хотят посеять хаос в нашем заповеднике. Алхимик? В нашем заповеднике? Мне доводилось про них слышать, но мне и в голову не приходило, что они могут быть где-то рядом. Что ж, полагаю, для начала лучше будет заковать его в цепи, а подробности выясним потом. Не стоит беспокоиться об этих гоблинах, они будут повиноваться хранителю высокого ранга вроде меня. Ну и посадим этого парня в камеру в подземелье крепости. Приходи туда попозже. Но сначала тебе нужно разделаться с королем гоблинов. А гоблины редко прислушиваются к голосу разума, поэтому разбираться с ним придется старыми методами. Я бы и сама этим занялась, но долг превыше всего. А я показала бы тебе дурной пример, если бы халатно относилась к своим обязанностям.
Ладно, еще увидимся. Гоблины, давайте отправим этого преступника туда, где ему самое место. Ты понял, Юля это, а? От жучара. Я чувствую за этой дверью монстра великой силы. Наверное, это и есть гоблин-король. Разделаемся с ним? Да, друзья мои, мы разделаемся с ним, но это будет уже в следующей серии. Я надеюсь, вам понравилось. Всем большое спасибо за просмотр. И обязательно увидимся в новых видосиках. Удачи вам и до скорого.